рабочие фабриканта Фролова около 1000 человек, включая жен и детей, крайне вызывающе себя ведут. Крайне. Почему солдаты? Прошу прощения, Петр Ильич, я не знаю точно, кто приказал, но как же без солдат? Требованиями, которые я, как губернатор, выполнить не могу. Я обещаю что-нибудь для вас сделать, но я не могу с вами разговаривать, прежде чем вы станете на работу. Становитесь на работу, и я обещаю написать Петербург. Где же я возьму правду? Какой-то странный. Добрый день, Петр Ильич. Одну минутку. Вот негодяи. Они вынуждают принять решительные меры. Именно вынуждают. Ой.